Настоятель Ярославского храма Софии Премудрости протоиерей Василий Шиханов готовится к открытию собственной выставки. Художник по профессии и священник в жизни умело сочетает эту двойственность натуры. В своих работах он часто изображает церкви и храмы. Я люблю солнце, безусловно, потому что солнце все красит. Свет нашей жизни духовной – это Христос. Ну, так и как бы отражение, скажем, в мире каких-то энергий божественных, солнце, оно тоже все украшает. И этот солнечный свет, замечают почитатели его творчества, проникает в самое сердце. Любовь, позитив и желание передать это через свои работы. Тем не менее, говорит отец Василий, творчество для него занятие второстепенное. Самое главное – служение Богу. И этому он посвящает большую часть времени. Уже 12 лет он занимается восстановлением храма Софии Премудрости за Волгой. Здесь на фотографиях вот видно, как это еще первое такое. У нас энтузиасты, значит, они вот закладывают проломы в стенах, потому что были просто проломы громадные, крыша рухнувшая, тут все было в таком, конечно, плачевном состоянии. Сегодня здание церкви практически восстановлено. В следующем году по плану сделать иконостас. А на финальной стадии пригодятся и творческие способности настоятеля храма. Я думаю, что уже доживем до росписи храма. Надеюсь, все-таки и сам принять в ней участие. По задумке отца Василия, на стенах церкви появятся особые сюжеты, возможно, напоминающие росписи, существующие в Киевской, Новгородской, Константинопольской Софии. Ольга Преснухина, Денис Ромашов. День в событиях.